Здравствуйте, мы на выставке CPM-2019, и с нами Воробьева Любовь. Расскажите, какую область вы представляете? На этой выставке мы представляем Костромскую область. Вот. И мы представляем свою продукцию, выставили льняную. То есть компания наша называется «Синий лен». Вот. Мы делаем все натуральное, можно сказать. Какие тренды нас ждут в вашей области? Вы знаете, в наше производство достаточно такое современное. У нас хорошее современное оборудование японское. Вот. Мы все материалы, все изделия делаем из натуральной ткани. Так и в летний сезон, и в зимний период мы стараемся людей одеть. Иногда люди заблуждаются, что лен – это продукция летняя. Это нет, это можно вообще этот материал носить как летом, так и зимой. Чтобы нам этот продукт внедрить зимой, мы используем небольшие такие новшества. Это в плане того, что мы подкрашиваем лен, используем натуральные красители. У нас получается очень хорошо композиционные пряжи. И у нас, соответственно, и поэтому мы изделия можем носить не только летом, но и зимой. В общем, используйте новые современные технологии. Спасибо большое и удачи вам!